аппарат для приготовления творожных и сырных шариков кваркини. Аппарат предназначен для формования и приготовления во фритюре творожных и сырных шариков кваркини, а также наггетсов из мясного и рыбного фарша при температуре фритюра плюс 190 градусов Цельсия. Аппарат идеально подходит для работы как в формате стационарной торговли, так и в формате стритфуда. Все корпусные детали аппарата и дозатора теста изготовлены из высококачественной коррозионостойкой стали. Дозатор для теста имеет оригинальную конструкцию, запатентованную компанией Atessi. Дозатор способен формировать шарики кваркини правильной формы и одинаковой массы. Аппарат имеет высокую производительность, позволяет готовить до 500 кваркини в час. Форма дозатора облегчает натекание теста в дозирующую головку. Съемный дозатор для теста легко разбирается и моется в посудомоечной машине. Дозатор для теста легко устанавливается на стойке фритюрной ванны. Во фритюрной ванне предусмотрена возможность слива масла через кран. С помощью шумовки можно легко достать готовые шарики кваркини из фритюрной ванны. Специальная решетка во фритюрной ванне препятствует пригоранию продукта на тене. Специальный поддон для выкладки готовых шариков кваркини имеет отверстия, которые позволяют излишкам масла стекать обратно в ванну, тем самым существенно снижая расход масла. Благодаря наклонной поверхности поддона масло легко стекает во фритюрную ванну. Аппарат прост в эксплуатации, поэтому не требует специальной квалификации персонала. Температура фритюра регулируется терморегулятором, находящимся в блоке управления нагревом. Специальная подставка позволяет надежно установить дозатор при замешивании теста. Машиностроительное предприятие Atessi. Аппарат для приготовления творожных и сырных шариков кваркини. Готовить с нами удобно.